В декабре авиакомпания «Алроса» выполнит дополнительные рейсы из Москвы в Мирный. В конце года традиционно увеличивается спрос на билеты, поэтому авиакомпания пошла навстречу пассажирам. Из столицы самолеты будут летать по пятницам 8, 15 и 22 декабря. Билет стоит от 12 800 рублей. Также в авиакомпании предлагают новый вид страхового полиса при покупке билетов. Он компенсирует пассажиру средства в случае отмены поездки по 19 причинам, среди которых госпитализация, травма, ДТП, ущерб имуществу. По страховке возместят стоимость авиабилета до 40 тысяч рублей. Защита действует с момента приобретения авиабилетов. Территория покрытия – весь мир. Стоимость полиса зависит от цены билета. Подробнее новые услуги страхования и полное расписание рейсов можно посмотреть на сайте и в мобильном приложении авиакомпании «Алроса».